Всем привет! Говорит GetFun, а перед вами видео, где я поделюсь одной небольшой, но очень важной хитростью. Владению ей помогает воевать на определенных типах техники, которая сильно зависит от торпед, в плане тактики. При игре без этой хитрости в некоторых условиях в принципе отсутствует возможность на реализацию в бою. Говорю я про маневр сближения, который лично я называю Родео. Увы, морской терминологией я не владею, потому он может быть называется как-то иначе, но не в этом дело. Отлично, этот маневр смотрится на американских эсминцах, которым для уверенного залпа торпедами необходимо достигнуть минимальной дистанции со своей целью. Если ваша цель на открытой воде, дистанцию до сближения необходимо проходить в засвете. Чтобы не помереть в попытке уничтожить линкор или крейсер, вам необходимо постоянно идти на цель, с некоторой частотой меняя направление движения. Примерно угол подхода к цели должен быть 15-20 градусов. При этом смена направления движения должна происходить в момент залпа или за секунду до него. В этом случае, если вы поймаете нужный ритм, шанс того, что вы подойдете на дистанцию атаки, высок. Кстати, если вы во время сближения идете бортом к другой цели, вас скорее всего уничтожат, если заметят. Потому такой риск возможен лишь в битве с одиноким противником, которого никто не прикрывает. Так вот, идеальный способ откидывания торпед должен быть с того борта, на который идет ваша цель. Другими словами, ваши курсы должны быть встречными в момент сброса торпед. В этом случае вы подставите свой борт на минимальное количество времени, откинув торпеды, опять вернетесь в положение, когда по вам очень сложно попасть. В противном случае, если вам приходится откидываться с противоположного борта, вставая на курс противника, вы подставляете борт надолго, и чаще всего этим воспользуются и уничтожат вас. Ситуации, при которых вам необходимо отказаться от атаки, таковы. Если цель, заметив вас, начинает уходить от вас, а не стоять бортом или сближаться. В этом случае шанс того, что вы ее все же догоните и уничтожите, ничтожно мал. Скорее всего, вас уничтожат раньше. Потому, если заметили такое развитие событий, разворачивайтесь и бегите. Атака не удалась. В бегстве, кстати, вам пригодятся дымы. Учитывая все это, маневр сближения приносит существенный профит при условии захода на цель, которая вас просто не замечает или идет прямо на вас. Вот такие хитрости. Они будут полезны на всех кораблях с торпедами, но на эсминцах. Без этого маневра порой просто невозможно играть. Надеюсь, видео было для вас полезным, и моя работа не пропадет даром. Спасибо за просмотр. Удачи, 7 футов под килем и пока-пока. Услышимся уже очень скоро. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки. Подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного. Потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я выпускаю контент практически каждый день, заскучать не получится.